Северина уже вовсю действует на чужой половине поля. Хороший перевод на Кичина на этот раз. И нужно простреливать в центр. Алиев с мячом ставит корпус, останавливается. Кичин катит поперек штрафной. Иванов под удар. Чичерин. Удар 1-1. Блестящая комбинация Енисея, которая завершается потрясающим ударом Ланина. Ланина, да. Такой, как принято говорить, бильярдный удар в самый угол. Ну а сама комбинация какова? Вот так Енисей сравнивает счет в концовке первого тайма. И уже прозвучал свисток на перерыв, да. Мяч забил Александр Ломакин. Смотрим повтор этой атаки и точный удар Ланина в дальний угол. Снова не придумал себе здесь потерю у своей штрафной. Но удалось этого избежать. Алиев открывается справа. Нужно разбегаться, нужно найти в себе силы самому протащить мяч. Алиев это не стал делать. Нашел передачи Козлова. И тот протыкает мяч в ворота. 3-2. Енисей выходит вперед. И Андрей Тихонов угадывает с заменой. Если так, если вспоминаем развитие этой атаки, то передача на Алиева была, как показалось, не совсем в ногу. Но Алиев здорово все же этот мяч подобрал, развернулся и моментально нашел длинным пасом появившегося на поле Козлова. Козлов в борьбе с двумя защитниками, пожалуй, использовал свой единственный шанс. И вот так не сильно между ног голкиперу мяч пробросил и вывел Енисей вперед. Но мне кажется, что здесь не очень.